вторник. Идем на озеро. Машина стоит в верховье, на горе. Вот. День обещает теплый, но дождливый. Что будет, не знает. Надо еще Андрюхину машину попробовать завести. Вчера перестала заводиться со стартера. Заводили с толкача. Короче, приключения у нас продолжаются. Спасибо за внимание. Итак, чудо произошло. Машинка завелась. Да катай туда спинник, или сам будешь? Сам буду контролировать. Бросать будет. Машину, ружье и жену не доверяю никому, да? Да, это личное оружие. А вот мы на Котечном с Костиком гребем. Пытаемся найти какую-нибудь дичь с плавниками. Да, это опять лебедь. Помогите, вот может там что есть. Местные обитатели ждут, когда мы им рыбку бросим. Сами-то они не хотят матросить. Да живая сорожка, прикинь. Мелкая сорожка, вон, смотри. Это другой конец уже. Ладно, пусть еще сутки стоит, да. Там жерлиц хватает. Вот сидим опять. Пытаемся половить суповой сороги. Как говорится, Костя, суповая. Суповая. Не бывает. Селяк, кстати, один и тот же, разделенный пополам. Кого? Интересно. Мы, правда, не знаем, у кого чего. Вот, приходится машину оставлять на горе. На всякий случай. Как она? Тесновато.
Вот мы уже и на Становом. Да, Костя? Да. Воды много, рыбы мало. Вообще рыбы еще не видели. Есть ли в этом озере рыба? Вот чем вопрос. Вот буквально стоило оставить ребят. Оставили ребят одних на озере, поехали на Котечное. Там ничего, а здесь ребята вон, бац-бац и на матрац. И намотали что-то. Что, 4 штучки? Да. И одна еще пожеванная была. Ребятки. Самая баская. Ну, вот эти две сварим. Там еще куняшки есть, Леня. С другой стороны. Зеркалка. Отпускаем на свободу рыбу. Не думала, не гадала сегодня, да. Что придут какие-то хламоны. Плыви, селедка. Выйди. Вот-вот пойдет на стол уха. Вован у нас там кухарит. Все правильно, все кусочки все уйдут. Карик в работе. Что вы думаете на данный момент? Я думаю, на данный момент ничего. Примерно на 900 терабайт. Ничего. Вообще, как рыбка. Рыбка симпатичная. Но жена лучше. Вот. Там у нас два пилигрима сидят. И щуку доставать не хотят. Она их ждет. Какое сегодня спокойное озеро. Перегули опять коллега. Неудача постигла наших спортсменов. Очень большая рыбина. Или сама ушла? Мы пришли, она сюда была размотана, а сейчас вот сюда. Там тут бомбай. Этому эту вторую стопочку подавай русскую сборку.
Ух, шлепок ушел. На данный момент 7 щукарей. Вон ребята уже едут за 8-м. А как щукари? Нормальные щечки для копчения. Вообще самое, что мне на есть. Показывай что-то. Показывай трофей. Вылови их туда.